Я не помню ничего по этой карьере, потому что прошел практически месяц. Сейчас я моментально включусь. Просто, ребят, были дела, и я не заходила в Тулузу вообще. Маечка новая на базе. Ставь лайк, если нравится. У нас Лига Европы против Лестера. Короче, смотрите, это у нас групповой этап. Лестер-Сити, Монпелье, Бордо, Сент-Этьен и Витес. Мы на первом месте. Лестер, Витес, Мальме. А, вот. Тут все по 50. Я здесь ничего не меняла. И здесь я ничего не меняла, да, все четко. А мяч Адидас Афа. Дака, Домингес, Сака, Дьюсбери, Холл, Сумаре, Гринвуд, Зюли на фланге, Торрес, Вестергорд, Бернат и Шмейхель. Нам надо с первого места здесь выходить и доказывать. Погнали. Если мы удержимся в четверке, но об этом пока рано говорить. Я не знаю, что там обновил eSports. Вдруг в ЛЧ попадем, да? Первые три команды, по-моему, попадают. Сака и Гринвуд. Боже мой, что за парочка. Они будут разрывать. Я надеюсь, наши фланги с ними справятся. У них там 90 плюс скорость. Во Франции все же легче играть. Какие у меня страдания были, ребята, против замечательной... Играя за команду замечательную... Уотфорд, потому что АПЛ, но она по дефолту тяжелая. Очень тяжелый офсайд. Добрый вечер. Нет, это не офсайд. Это, блин, не офсайд. И никто не накрыл. Ага, ага. Ладно, понятно. Ну, это тяжелый клуб. Я, помните, карьера МЮ там страдала от них. Ну, как это не офсайд? Я не буду ничего проверять. Я надеюсь, там резервные все увидели сами. Но это жесть. Штрафной, да-да-да. И карточку не дает, ладно. Ну, Блюндель, ты умеешь. Я знаю, ты умеешь. Нет, это слабо. Не закрутил. Мяч не закрутился у Махтана. Nope. Ух, на месте Асенхо. Ну, мы-то тоже им проигрывали 1-0. И 1-1 сыграли. Ну-ка, давай. Nope. Какой плохой удар. Да что такое? Ну, подожди. 1-1. Да! Но вот здесь вот чуть ли мою атаку не прервал этот защитник Вестергора. Я думаю, ё-моё, ну как так? Неужели? Неужели? Диалу меняем на Илангу. И давай-ка Илангу... Правоногий, может, им удобнее будет бить с левой. Не получится атака. Атака получилась. Ну вот смотри, левоногий, слабая нога, 5 звезд. Что не так с тобой? Здесь, кстати, то же самое. Смотри, какие они все... Посмотри, у них у всех... Ну это просто. Посмотри, мы их всех прокачали. Так, Гелхард попозже, попозже. Давай-ка Рафинью заменим на Дежагера. Этот парень, несмотря на возраст, тащит наш клуб. Ёшкин, долбанная опять штанга или что там, перекладина, не имеет значения. Ну, во втором тайме они подсели немножко. Просели, подсели. Ну что, слишком Адли распсихуется, но он не заметен в этом матче. Я выпускаю Джо Гелхарда, не знаю. Рискую, но это необходимо мне сделать было. Адли вообще ни одного удара не нанес, ему не давали. Опять этот Домингес там, видели, да? Это наш Домингес, он играет с ними. Так, Махтан. Ну нет, тут кроют. Но Гелхард удар практически нанес. Другой разговор, что он нанес его в защитника. Ну понятно. Очень плохо мы на угловом играем. Очень плохо. Адли сейчас скажет, шеф, вы меня заменили туда-сюда. Блин, ребят, ну я не знаю, как фиксить эти угловые. Пау Торрес у них. Пау Торрес просто. Который в реальном футболе вроде как в Манчестер Юнайтед может перейти. Воспитанник Вильяреала и всю жизнь там играл, насколько я понимаю. Нет офсайда. Ну ты бы еще 2 часа мне, блин, свистел. Это что, Альваро Мората? У них там миллиард бюджет, да? Минуту играть.
Ну что? Ну последний, вот казалось бы, просто отдай ты четкий пас. Нет, естественно, он отдаст в защитника. Ну посмотри на это. Ну смешно, я отдаю на свободного, он ищет самого закрытого. Поражение от Лестера. Ну самое главное, чтобы игроки не расстраивались. Это групповой этап, тут есть право на ошибку. Дисквалифицирован Тедибо. Мы на второй строчке, ребят. Монпелье, тут резерв сейчас выйдет, ну потому что у нас все устали. Саванье, естественно. И Таварнье. Ага. Ну как-то... А где у них Молле? На лавке? Нормально? Давай, подключайся. Подключайся, Блюндель. Бей. Спокойно. Особо не радуемся. 1-0. Мах там, Блюндель, наш атакующий полузащитник, иногда может сыграть форварда, открывает счет. Да-да-да, ну наконец-то он подключился, я стою, думаю, давай, чувак, давай, мы же ждем, и мы дождались. Какой у него гол? 7-й гол в 15-м матче. Там уже должен какой-нибудь Реал Мадрид, ПСЖ, Манчестер Сити... Должны им заинтересоваться. Надо проверить, нет ли у меня блока на переговоры по нему. Ой, какие ошибочки. Вот это тоже интересно было. О, боже. Давай, тащи. Ну, какая ошибка тупейшая просто нашей обороны. Это Вахи. Как... Нет, ну там раньше была ошибка, мы мяч потеряли. Они потеряли, потом мы потеряли мяч. А, это Койта какой-то. Да! От штанги! С внутренней стороны! Амин Адли, возвращайся к нам! В эту гонку бомбардиров, надеюсь, ты там состоишь в ней. Я уже не помню. Ну, около месяца не играешь, забываешь все. Вот тут смотри. Оп, оп, и как он пробил! Ух, хорош! Бей. Ну, кстати, было здорово! Рафинья бил. Казалось сначала, что мимо летит, но вратарь там задел. Греко. Все-таки он, ну нет, ворота, наверное, летел, да, прям. Повезло ему, ай-яй-яй. Ух, хорош, Серхио. Не знаю, имеет ли значение нового вратаря брать, помоложе, ну, постатка, наверное, получше надо. Но этот кипер очень хорош. Да ёпарасы. Фух. Спокойно, брависсимо. Так, Рафинья устает. Ну давай, Дежагер. Давай Лане пойдет вместо Диало и на левый фланг. Это красная? Нет, это желтая. Адли устает чуть-чуть. Ну и Гелхард должен выходить на 20 минут своих законных. Denied. Очередной сейвище от Серхио Асенхо. 2-1, победа. Такой был тягучий матч. И голы сделали Блюндель и месье Адли. Ну, Монпелье нас переиграли по ударам, но это не важно, ведь у нас есть Серхио Асенхо, который вытащил. Ну, сейвы 4 совершил, мне кажется. Бордо на 15-м, между прочим. Ристич. Там что-то у него проблемы какие-то ментальные. Ну, посмотрим. Он сейчас вышел с 15-й командой. Надеюсь, справится. Понятно, что сейчас Бордо будут рвать и метать. Им нужна победа во что бы то ни стало. Чтобы выше подниматься. Ой-ой-ой. Не получилось. Но... И... Давай попробуем так. Но ты... Да блин, ну почему? Вот я не умею с этих угловых. Ну куда ты там бьешь? Баскетбол, что ли? Кольцо нашел. Антони у нас был в МЮ. Ну, у нас нет денег на Антони здесь. Может быть, конечно, можно Буку продать, там что-то посмотреть. Ух, Серхио, спасибо. Браво! Нет, они мне пока не дают простор. Мы так-то мяч забираем, но простора нет. Куда убежать? Ну-ка, давай сам. Ну нет, тогда вообще мимо зарядил против Лестера. Здесь прям в кипера попал. Nope. Пас даю, сразу забирает.
О, боже мой, ну пожалуйста. Тихо-тихо-тихо-тихо. Посмотри, череда ударов. И спасибо там Бэйр. Лане точно меняем на Элангу. Адли выпускаем. Если что пойдет не так, выйдет Батшуаи в два напа пойдем играть. И даже Агер незаметен. Все незаметны. Давай ты не будешь в одного тут, а? Я хочу посмотреть на этот сейф. Он как-то вот так отбил, по-моему. Неудобной рукой. Вот этот Фернандес нас, или Фернандеш нас просто растерроризировал. Да, он левой рукой отбил. Фернандес, наверное. Пипец, 5 ударов у человека. Снова этот Ристич. Очень хороший матч проводит, между прочим. Нет, ну Пимбеле, ну здравствуйте. Ну куда ты выбиваешь? Я выношу туда, он головой прямо на Ньянгу на ногу. Ой, боже мой, какие тупые моменты иной раз. Ну посмотри еще раз. Ну куда ты? Ну зачем ты выбиваешь на соперника? Ну что с тобой, блин? Так, я вот так... Ага, да, вот атакующий стиль. Но Блюндель уставший, я Батшуаи выпускаю, все. У нас, в принципе, больше нет замен. Ё-моё, это все долбанные штанги, как обычно. Я в сверхатаку иду, я не знаю, как еще спасаться здесь. Этот клуб меня достал. Да, 1-1. Я в атакующем стиле сейчас останусь. Это Амин Адли. Мы там прервали их пас и побежали в сверхатаку. А Миши Батшуаи не сбивал, по-моему, за нас. Но он кандидат на то, чтобы покинуть нашу прекрасную команду. Как красиво Амин забил. Nope. Да, блин. Ну ты серьезно? Я тут даже не знала, что делать мне. Пас отдать или что? А у меня уже накрыли. Ну-ка бей оттуда. Нет. Ну все, ребят. Еще не все. А, все! Блин, я скипнула больно очень быстро. Окей, мы играем с Бордо в ничью. Но по ударам они нас переиграли. Капитанить будет, надеюсь, успешно Серхио Асенха. Ну давайте, все-таки там тоже у них уставшие ребятки у Сент-Этьена. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как все медленно. Блин, у меня вратарь уже лежит. Ай, 1-0. Вратарь лежал, я видела, но мяч отскочил Сент-Этьену. Вот тут вот попал в защитника, и все, и он не успел уже встать. Как у нас он заиграет, у меня вопрос. Решай. 1-1. Это Эланга. А это Антони Эланга. Он услышал меня, этот швед. Из МЮ к нам пришедший. И от перекладины какую красоту кладет. Но мы не забываем, да, что мы на выезде играем, по-моему. Судя по стадиону. Ой, блин. Надо смотреть еще покрупнее планчик. Слева. Это его слабая нога, насколько я помню. Но она у него 5. У нас у всех фланговых 5 слабая, по-моему. А, нет, мы дома? А почему у нас зеленые трибуны? Я что-то не поняла. Я только сейчас заметила. Опять мы дали им мяч. Я выношу на ближнего игрока, а их нет никого там. Ну, какой красивый гол положил Сент-Этьен. Посмотри. Ну вот здесь, что ты сделал? Морайс, Морайс, это ты был? Подарил просто мяч. Ух, Серхио, спасибо. Так, я Диало заменю, он мне вообще не нравится. Давай Сантос. Давай и Сантоса мы выпустим на этот фланг. А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это жесть, я не знаю. Два человека бегут, никто мяч не может забрать. Но это поражение. Если так игра пойдет дальше, мы, где мяч просто отскакивает. Все отскоки в их пользу. Ну вот он один. Ну, естественно, он забьет. Ну да. Все, пора делать атакующий стиль.
и выпускать вместо Рафиньи Гелхарда Сантос сюда. Да, четвертое место у Сент-Этьена, ребята. Тут будет то, что... А, еще и, блин, они все грамотно в рамках правил моих игроков роняют. Давай Ланэ все-таки, ладно, вместо Эланги. Все, последняя замена. Сантосу, бедолаге, не везет. Ну, естественно, мяч. Опять от перекладины. Естественно, мяч там не сможет он отдать. Потому что игра завозит Сент-Этьена. Но сейчас... это я про Сантоса еще тот эпизод. Но сейчас все получилось. И вот если бы он мимо ударил, ух, как бы я негодовала. Ведь игра реально завозит, завозила. Бух от перекладины. Попробуем, ребята. 3-3. Постараемся сделать. Так, защитник уже подключился. Вы поняли, да? Вы поняли! Мы в атаке остаемся. 3-3, потому что мы на балансе пропустили дофига. Тут не имеет значения. Фух, Блёндель выручил. Так, а будет ли великий камбэк, где мы с 1-3 сделаем 4-3? Конечно, конечно, там два раза в опорника или в кого там попадет. В защитника. Я не знаю, ну как такое не всейвится, а? Блин, не, ребят, игра завозит. Если перестрелка, то перестрелка. Ну, мы еще не отчаиваемся, но я не знаю вот здесь. Во-первых, там два раза мяч попал в этого долбанного центрального полузащитника. Как здесь не засейвил Асенха? Ну, он бывает с 2 метров сейвит невероятное. Вечина какой-то. Мы как-то стали сдавать, но это фифе норм. Когда-то середина сезона, это фифе прям по КД идет, что ты начинаешь сдавать. Вот почему 4 моих игрока и пошел пас на самого закрытого? Ну как это работает? Кто мне объяснит? Как это работает, блин? Ну 4 игрока, по-моему, в атаке были. Нет, он дает вообще на закрытого. Все, это Сент-Этьен, мы отлетаем от него. Ужасный матч, провальный по всем статьям просто. С такой обороной играть против Сент-Этьена нельзя. Но они все выдохлись, это я не учла, но... 10 ударов против наших 4. Лестер на первом, Тулуза на втором. По-моему, это сейчас последний, да, последний матч. И нам надо обыграть клуб Витес, по-моему, с нами сейчас. Да, Витес, этот голландский. Мюллер отозвана. А, по контракту не договорились. Гелхард, ну ты выйдешь, но во втором тайме, наверное. С первых минут я хочу видеть Дежагера. Отавио будет на, ну, с капитанской повязкой. Эланга вместо Диало. Все. Давайте, ребят, сильнейший сквад выходит. Я вас прошу. О, у них там Карим Адееми. А он правда в Витессе? Он же, по-моему, где-то в Германии, нет? Хотя бы, ну, нам обязательно нужна здесь победа. И мы будем верить, что каким-то чудом Лестер сыграет ничью. Ну, вряд ли он проиграет. Ну, либо ничья меня устроит, если там скорее 99,9%, что Лестер там выиграет. Все-таки это Мальма, который всем проигрывал. А у нас быстрый гол от Витеса. И вот это будет провал, если мы в Лигу Конференции вылетим из Лиги Европы. Ясненько. По-моему, у них 7 очков. Я же ничего не путаю. Блин, я не посмотрела на таблицу. Ну, я посмотрела, но не обратила внимания. Когда обратила, я забыла посмотреть. Мой косяк. Ё-моё, а что с ними? Они там решили в последний бой пойти? Блин, ну я их понимаю. Я не знаю, как мы не сейвим. Как на втором этаже мы ужасно играем? 2-0. Данило. Я не знаю, ребят, что делать.
Второй тайм это атака, атакующий стиль, но сейчас я в атакующий пойду уже. Ну, ты посмотри, ну просто стоит. Стоит защитник мой, это Бэйер, по-моему, и ничего не делает, не выпрыгивает. А они в 5 защий, как их скрывать? Куда ты бьешь, господи? Куда ты так пробил? Ты серьезно? Ну это скрипт решил, да? Ну, как можно было с 3 метров попасть выше? Из не такой выгодной позиции бил, как тогда мог Адли. Но это было мое решение. Я все-таки думала, в пустые забьет игрок. До сих пор в шоке. Но посмотри, какой хороший удар и гол. От Махтанчика, Блюндельчика. Ладно, 2-1. В атакующем стиле я остаюсь. Да, это АДМ, тот самый. Лестер с Мальмио ничью катает. Но все равно, нам этого мало. Блюндель сюда, будьте любезны. Дежагер, спасибо. Джо Гелхард выходит. Вместо Мбуку выходит Диало, потому что Мбуку ни о чем снова. Ничего не показал человек. Ой, Пембеле фланг оставил. Ой, я вижу это. Очень, очень потный матч. Витес это какое место? 7-е в Голландии, 12-е, 15-е, не имеет значения, потому что когда ты играешь в Лиге Европы, все команды шикарные. Ну, это офсайд. Эти игроки постоянно в офсайде фланговые. Постоянно. Они не чувствуют линию офсайда. Браво. Они вообще не чувствуют линию офсайда. Давай Диало сюда. Ланга меня уже достал. Лане выйдет. Я не знаю, что FIFA сделала. Но мне тяжко в Лиге 1 играть. Как будто я за Уотфорд страдаю. Честно вам скажу. Спасение вратаря очередное. Тысячное уже. Ух, повезло. Ну, нам просто повезло, что это не Адееми бил. Если бы это был он, я уверена, он бы забил. Очень грамотно играет. Это гол, да. Все, отлетаем мы. Первая наша Лига Европейская кампания провал. Я помню, что у них было 7 очков. Может быть, в первом игре мы их выиграли. Я не помню. Ну, они радуются, трибуны. Они проходят, а мы вылетаем, да? Да, мы, походу, вылетаем в Лигу конференций. Это позор, я согласна, но у меня ничего не получилось. 17 ударов против 3. Ну и Лестер 3-2 обыграл Мальму. Ну вы видели наш сквад? По-моему, тут все ясно, понятно. У нас нет бестов, которые бы там прям... Воу-воу-воу. Призовой 5,5 миллионов нам дали. Есть бесты, но у нас Катадибо был еще дисквалифицирован, но это... Нам нужен прям какой-то суперский, фланговый. А вы видели, как в пустыне забил этот самый? Наш дружочек, пирожочек Эланга. О, смотри, Жаме, Луи Жаме. Давай подпишем. Тут отказать, отказать, ну нет. Ну вот какой-то ломбард. Все ясно. Ломбард, 5 звезд на финтах, слабая нога 3, разгон 63. Цап. ЦФД, ЦП. Натянутого Напа поиграет. А Жаме, он у нас нападающий. Разгон 74, завершение 57. Ну, неплохо. Давай Лавкача. Окей, а теперь мы идем смотреть. Нам не писали, что у нас там что-то произошло по календарю изменений, значит, мы никуда там не попали. Но здесь мы прошли групповой этап, мы до него дошли по дефолту, мы даже не напрягались, просто начали играть и все. Тут мы все выполнили за 2 сезона, мы, по-моему, выпускаем ребят. Ну, кстати, все... Ага, мы на 2-м месте, нормально. Кстати, все очень даже неплохо. А, там надо освоить трансферный бюджет. А у нас, не, этого не будет. А как это мы на 2-м? А как это мы на 2-м? Мы остались на 2-м? По разнице, что ли?
мы на один мяч меньше. Прикинь, если бы мы пропустили, как и они, и тогда, наверное, да. Слушай, дай-ка я чекну, а как мы сыграли с ними? Мы их 3-1 дома выиграли. Это круто. Ребят, я извиняюсь, но мы на втором месте. Монако, Генк, Сен-Гален, Метьюлан. Короче, Монако, Генк. Нам может достаться Монако. Хотя во втором, ну, в 1/16 вряд ли Франции достанется. Арсенал, Антверпен. Мы вышли из группы, это чудо. Порту отлетел. Ницца, Фрайбург. Короче, смотри, Арсенал может нам достаться. Байер Ливеркузен. Ну, Вулвергэмптон не достанется, а Байер может. Милан, Брага прошли, Милан может. Тут все понятно. Витес в Лигу Европы. Ой, в Лигу Конференции. Эспаньол, Фенербахче. Ну, такие команды серьезные, да. Рейнджерс, которые в финале проиграли Айнтрахту, да, франкфуртскому. Аталанта, ЛАСК. Боже мой, давайте ЛЧ чекнем. Интер, Боруссия. Бенфика и Лока, до свидания. Они, кстати, к нам могут прийти. Вот оно в чем дело. К нам может Бенфика прийти. Юнайтед, Наполь. Юнайтед с первого места. Брюгге, Спартак. Брюгге, может быть, у нас. Ювентус, Ливерпуль, Зальцбург, Аякс. Я вот не знаю эту жеребьевку, когда там в ЛЕ кто попадает. Там что-то по статусу, наверное, в мире, в сборных своих, не знаю. Атлетика, Вольфсбург. Севилья, Бавария на втором. Сити, Барселона. Лейпциг, Реал. ПСЖ, Шахтер. Тоттенхэм не прошел. Ничего себе. Прошел Шахтер. И давайте посмотрим вот Лигу Конференции. Я просто пролистаю вам. Мне это вообще не интересно. Но иногда мы можем в ней выступать. Но в этот раз мы не выступаем в ней. А есть уже известно, кто на кого попал? Нет, они еще не было жеребьевки. Я так понимаю, не было. В следующем выпуске у нас Анже, Монако, Лорьян, Мец и Нант. Ну, где-то здесь может быть Лига Европы. А, Тоттенхэм! Тоттенхэм, который вылетел из Лиги Чемпионов. Ну, это очень тяжело, ребята. Тоттенхэм — это тяжкая команда. Я уверена, будет сложно, но мы играем с ними в феврале. Может быть, даже кого-то прикупим, но я сомневаюсь. Окей, идем в нашу таблицу. ПСЖ на первом, у них уже отрыв бешеный. Тулуза — второе место. Страсбург, Сент-Этьен — 3-4. По-моему, в первой тройке надо быть, да. Ниже Лион — 9. Рен — 14. Лорьян, Труа и Клермон внизу. Всем спасибо, жду от вас вот таких лайков. Увидимся.